Блядь. Слушай, они не едут так, как вы. Скоро я. 9.02, Урал. Ты куда едешь? Куда, бля? Ой, мама, тут авария. Но они не едут в этот центр. Надо у тебя регистрат. Да он... Что он? Да что? Что, он нарочно что ли сделал? Что делает-то вообще? Больной что ли совсем? Да что, надо нам... Блять! Вот и приехали нахуй. Чтоб не ублюдки вот эти вот надо смывать, наверное. Да его прокипятите все вот в этом кастрюле. Ебаный в рот, сидеть уходи, а! Сука, ебучий! Ты до нас не... Да хрен его, блядь, его мать. Ебаный в рот! Мудак ебаный ты!
ёб твою мать! Ой, так я и знала, блин, что будет это. Получилось кармана ключечку из меня от нее. Смотрите на лицо. Я слышал, как этому поминали земляне, сказал Миша. И полагал, что оно очень трудно в таком месте. Лет 5 назад, но у них он так и не пошел, потому что снаружи как японка чистокровная, а внутри саморезы даже не прикрыты колпачками.